Ну что же, ловец снов, точнее его основа почти готова. Не хватает, видите, вот раз, два и здесь чего-то. Ну и сейчас и посмотрим, чего тут не хватает. Значит, продеваем последнюю или предпоследнюю ниточку в иголочку. Да, что-то непростое это дело. Ниточки продевать. Не инженерное это дело, можно сказать. Всякое это макраме, бисероплетение и вязание. Не инженерная это работа. Может, китайцам отправить. Они быстро все это сплетут. Я думаю, что когда пойдет дело на поток, то китайцы будут быстро плести летающие тарелки ловец снов. Правда, материалы, наверное, должны быть другие. Не пластмассовые, а основа. Так, ну ладно. Давайте посмотрим, что получится. Сколько здесь еще плести. Раз. Это, наверное, последний целый треугольник. А еще будет не целый. Опля. Теперь, чтобы легче затягивать, надо просто отрезать вот эти ниточки на одинаковом расстоянии. Иголочка пока подождет. Теперь делаем узелок. Ну, с помощью уже не одного, а двух пальцев. Раз. Вот. А теперь иголочку вставляем. И прямо у самого корешка держим. Вот. Теперь иголочку вынимаем и затягиваем узелок. Все. Надежный узелок сделан. Так, ну вот все-таки не хватает чего-то. Вот не хватает ниточек. Вот здесь не хватает, вот здесь. А здесь, наверное, да, не хватает двух ниточек. Но рядышком. Наверное, это как раз и будет 10 и 2 трети называться. 10 треугольников и 2 трети. Ну, конечно, ведь 10 же, это самое, на 3 будет 30, а нужно всего 32, значит, еще 2 трети треугольника. Как же я сразу не догадался. А 2 трети треугольника, значит, уже не надо такую длинную ниточку. Вот, наверное, такой хватит. То есть как это будет выглядеть? Ну, значит, берем, запускаем вперед. А потом, когда идет назад, одна. Что не влезает-то?
то вместо того, чтобы идти дальше вперед, там уже ниточка есть, она идет назад. Вот так вот. Вот и замкнулась наша система ловца снов. Такая красивая, симметричная и небольшая. В диаметре всего 20 см. Так, ну осталось завязать узелок. Надежный. Узелок надо завязать надежный. На летающих тарелках вам, понимаете ли, простые узелки не прокатят. Ну и все. Кстати говоря, если будет казаться слишком мягкая, да, конструкция. Ну, кстати, она очень даже неплохо. Она стала жесткой из-за этих самых ниточек-то. Ну, ее же всегда можно упрочнить, просто добавить вот эту вот. Вот, добавили. И все. И стал еще прочнее. Вот такая вот штука получилась. Очень даже симметричная. Вот, кстати, вот эта зеленая, она же с отверстиями. То есть можно брать теперь эти самые такие же пяльцы, они же стандартные. Стандартные, прямо по зеленым через отверстия. Это же кондуктор получается. Можно делать отверстие во внутреннем ободе. Так, вот это вот, кстати, коротковато получилось. Придется переделать. Последняя ниточка, которая была сделана, получилась коротковата. Потому что она была, видимо, деформирована, эта штучка. Поэтому повторим. Повторить. Последние две ниточки. Ну, я думаю, что и повторение мать учения. Вам будет интересно, как делается завершающий шаг. Так. Продеваем вот сюда. Вперед. И сразу же назад. Вот такой вот хитрый завершающий шаг. Теперь нужно сделать надежный узелок. Ну, уже вы знаете, как это делается. Делается оборот.
Сюда надо просунуть ниточки. Ну, это проще сделать уже иголочкой. Раз. Дальше прижать иголочку к самой нижней части, затянуть узелок и отрезать лишнюю ниточку. Вот и порядок. А теперь вставить в оправку и, как говорится, дело в шляпе. Вот, идеально. Идеально. Ловец снова готов. Теперь, значит, нужно что сделать? Нужно сделать вот эти вот тангенциальные нити. И на них надеть бусинки рубиновые. Но это уже случится в следующем сюжете. Так что, с вами был Александр Кушелев, лаборатория «Наномир». До следующего сюжета.